Господин Чоуп, представьте, пожалуйста, данную поправку. Данная поправка говорит об обеспокоенности в связи с тем, что Российская Федерация сейчас отрицает свою причастность к Минским соглашениям и протоколам. И господин Слуцкий, и господин Нарышкин говорили, что они являются теперь лишь наблюдателями, не несут никакой ответственности по соблюдению Минского соглашения и протоколов. Я считаю, что это неслыханно, я поэтому и сделал это предложение. Кто-то против поправки? Господин Кокс. Спасибо большое, госпожа председатель. Как сказал докладчик, и неоднократно сказал, мы должны опираться на фактах. Я, может быть, детально не знаком с ситуацией, но такова позиция российского правительства. И господин Чоуп ссылается на тем, что те или иные сказали и так далее. Это не фактология, это не позиция и так далее. Я не думаю, что президент Путин считает себя наблюдателем Минского процесса. Давайте фактам быть приверженным. И я считаю, что это не имеет оснований, поэтому... Комитет за поправку. Прошу голосовать присутствующих. Голосование начато. Голосование завершено. Поправка утверждена.